Всем привет! Итак, как же быстро собрать правильный удлинитель? Для начала нам понадобится прибор для прозвонки, коричневый, будем вызванивать. Вот здесь у нас фаза здесь никак не отмечена. Поэтому будем ее маркировать. Чтобы сделать правильный удлинитель. Ну и ждем, пока краска засохнет. И фазу мы будем знать на удлинителе. После того, как определились с фазой, нужно подготовить провод. Вилка здесь уже есть, но вилку нам подключать не придется. При зачистке главное быть аккуратней, чтобы не повредить изоляционную жилу самого кабеля. Поэтому делаем аккуратнейший надрезик и все остальное снимаем. Далее надо избавиться от вот этих краев и сантиметра по 3-3,5 зачистить с обоих сторон. Теперь все это скручиваем следующим образом. Вот так вот. И будем подготавливать, разбирать нашу переносочку саму. Откидываем вверх. Вынимаем контактную группу и выкручиваем из нее один болтик. После того, как мы это сделали, нам нужно нашу подготовленную уже жилу довести до ума. Можно, конечно, просто зажать, но правильнее будет, если контакт будет получше, чуть-чуть свободно, так чтобы можно было свободно вытащить наш болтик. Вот у нас получились две такие заготовки. Берем канифоль, паяльник, ну и соответственно овала. Сам припой. И будем это все дело лудить.
со всех сторон. Для чего это нужно? Для того, чтобы наш провод, который мы будем прикручивать, был самым надежным и правильно сделанным. Теперь осталось только все это дело прикрутить. Так. Прикручивать будем следующим образом. К нашей нулевой ветке прикладываем провод, вставляем наш болтик, и начинаем его вкручивать. Далее накручиваем поджимную гайку, и все это дело зажимаем максимально сильно. После того, как поджали, вставляем назад и точно такую же манипуляцию нам нужно будет провернуть уже со вторым контактом. Вынимаем нашу фазу. И делаем все то же самое. Единственное, что нам здесь нужно будет поправить немножко контактик. Так. Закручиваем максимально жестко. Со временем нужно будет проверить контакты и поджать их еще раз. Thanks.
здесь у нас получается слишком толстая, поэтому скорее всего придется, да, перевернуть. Ранее была подключена через более толстый кабель сидит жестко, то что нам и требовалось доказать. Теперь будем собирать сам удлинитель. Вот удлинитель собран, осталось его только испытать. Отключим нашу лампу. Удлинитель правильной стороной вставляем фаза 0. Ну и соответственно проверяем. Все идеально работает.